жалпы мүмкіндігі шектеулі жандарға қолынан келгенше көмектесіңіздер. Жолдан өту қиын болады, мысалы көзім мүлдем көрмейтін зағип жандарға жолдан өту, бағдаршамдардан өтер кезде көбінесе қолдаса, көмектессе екен дейміз. Олар тосырқап, жабырқап, жатырқап қарамай ақ қоюын сұраймыз. Почему решили помочь? Ну, видно же, почему. Ну, вы часто проходите мимо? Или всегда помогаете? Ну, стараюсь помочь. Военный должен всегда помогать, защищать. Мне кажется, как любой человек поступил бы. Наверное... Не считаю себя героем. Почему? Көмектесу ол міндет қарымды, мақсыны көріп кішіне. Өтамай тұрған сияқты көрінді да маған. Көмектесек жақсы істейік деп. А как часто помогаете людям? Көрсем болды ол. Осындай көрсек болды, көмектесе. Қолдан келген жоған жалпы. Почему решили помочь? Почему остановились? Не знаю, просто человеку надо было помочь, из-за этого, наверное. Шымкентцы, не будьте равнодушны, помогайте друг другу. Не будьте равнодушными. Наверное, нужно ценить и уважать таких людей. Ну, а это арам, көмектесек, бауырмал болайык, қалай там. Бір-бірімізді қолдайық, қолдан келгенше. Не будьте равнодушны, шымкентцы. Торговая сеть «Изуми» – это самые лучшие и красивые магазины женской и мужской одежды и обуви в городе Шымкенте. Здесь вы найдете великолепный выбор верхней одежды, костюмов, брюк и рубашек, текстиля и обуви, сумок и аксессуаров. Это большой выбор модных и эксклюзивных брендов одежды и обуви. Здесь покупают для себя, семьи, любимых, друзей, гостей на свадьбу и кудалыки. «Изуми» – это мода, комфорт и престиж.